Лечение васкулитов основывается на кортикостероидных гормонах и цитотоксических препаратах. Исключение составляют те случаи гиперчувствительного и криоглобулинемического васкулита, где можно прекратить поступление вещества, антигена, который вызвал этот васкулит. Например, васкулит развился от применения антибиотика. Замена этого антибиотика на другой приводит к выздоровлению. Другой пример. Васкулит вызван вирусом гепатита С. Назначается лечение против вируса гепатита С. Важно понимать, что кортикостероиды не вылечивают васкулит, а только защищают органы от повреждающего действия васкулита. То есть это не экскаватор, который искореняет ваш васкулит. Это зонтик, который защищает ваши органы от васкулита. То есть васкулит нельзя вылечить, но можно не дать ему вызвать повреждение. Исходя из этого понятно, когда нужно и когда не нужно назначать лечение. Например, у больного месяц назад были отеки, нарушена функция почек в анализах и кожные сыпи. Установлен диагноз васкулита с поражением почек и кожи. Улучшение наступило самостоятельно, еще до начала лечения. Сейчас самочувствие хорошее, хорошие анализы. Такое состояние называют ремиссией, то есть временным улучшением. Нужно ли назначать лечение? Лечение назначать бессмысленно, так как не от чего защищать органы. Больному назначили наблюдение. Лечение назначают тогда, когда есть активность, то есть симптомы васкулита. Всем ли нужно назначать лечение при активном васкулите? Если васкулит проявляется небольшими кожными симптомами и не задевает внутренних органов, то его можно просто наблюдать без лечения. Во всех остальных случаях васкулит лечат в его активных стадиях. У васкулитов бывают стадии обострения, стихания и даже полной ремиссии. В состоянии ремиссии лечение не требуется, только наблюдение. Существует несколько видов лечения, которые врачи называют индукция ремиссии, поддержание ремиссии, период временной отмены препаратов. Индукция или вызывание ремиссии – это когда стероид или цитостатик, либо их комбинация, назначается в достаточно больших дозах. Доза подбирается таким образом, чтобы прекратились все клинические и лабораторные проявления васкулита. После этого дозы препарата или препаратов постепенно снижают до той минимальной, которая удерживает больного в ремиссии. Если лекарственная ремиссия длится несколько месяцев, то можно попытаться постепенно отменить лекарство. Нужно понимать, что лекарственная и безлекарственная ремиссия – это временное состояние. В любой момент нужно ожидать обострения. При обострении без промедления переходит в режим индукции ремиссии. В этом переходе важна роль самого больного. Вам нужно обсудить с врачом, по каким признакам вы можете распознать обострение. В каких ситуациях нужно обратиться к своему врачу. Подчеркиваю, к своему, так как васкулиты – это довольно редкие заболевания, и не все врачи умеют их правильно лечить. В каких ситуациях вы должны срочно самостоятельно повысить дозы и без промедления обратиться к врачу. При консультациях врач дает такую информацию, но не всегда больной ее правильно воспринимает. Идя к врачу, возьмите с собой список вопросов и запишите на них ответы. По каким признакам я могу распознать обострение? В каких ситуациях я должен немедленно обратиться к лечащему врачу? В каких ситуациях я должен немедленно самостоятельно повысить дозы? Знание ответов на эти вопросы позволит вам чувствовать себя хорошо и комфортно, сохранять трудоспособность, несмотря на болезнь. Прием кортикостероидных и цитотоксических препаратов сопровождается побочными действиями. Вы должны их знать, следить за ними и сообщать врачу. Этому будет посвящено отдельное занятие. Какие еще существуют методы лечения? Любые другие методы лечения применяются в дополнение к кортикостероидам и цитостатикам. Пульс-терапия – это короткий курс больших внутривенных доз кортикостероидов. Применяется, когда нужно быстро снять воспаление. Плазмаферез – это метод сепарации крови, когда удаляют ее жидкую часть, а клетки возвращают больному. Вместе с жидкой частью, то есть с плазмой, удаляются иммунные комплексы, аутоантитела, вещества, способствующие воспалению. Плазмаферез оказывает сильный, но временный лечебный эффект. Применяется в ситуациях васкулитов, устойчивых к лечению, либо в неотложных ситуациях. Он не заменяет длительное лечение стероидами и цитостатиками.
ритуксимаб или Мабтера. Это так называемые химерические моноклональные антитела против Б-лимфоцитов, то есть одной из разновидностей лейкоцитов. Эти антитела на время уничтожают Б-лимфоциты. В результате Б-лимфоциты не вырабатывают антитела, аутоантитела, антитела, которые образуют иммунные комплексы. Ритуксимаб, как и другие виды лечения, подавляет иммунитет, но при этом не имеет таких побочных действий, как стероиды и цитостатики. Препарат дорог, поэтому его не применяют для поддерживающего лечения. Наконец, поскольку васкулит повреждает органы, могут применяться самые разные препараты для лечения этих органов, положим, почек, легких и так далее. В конце занятия повторим главное, что вы должны запомнить. Первое. Роль больного в лечении васкулита не менее важна, чем роль врача, ведь пациент – единственный человек, который наблюдает свою болезнь непрерывно. Второе. Пациент должен быть информирован о своей болезни. Третье. Пациент должен знать, в каких случаях нужно немедленно обратиться к своему врачу и в каких случаях он должен самостоятельно повысить дозу препаратов. На следующем занятии мы поговорим о побочных действиях кортикостероидов и цитостатиков.